Завтра Чувашский государственный театр кукол открывает 73-й театральный сезон. Что приготовили артисты, чтобы удивить зрителя? За кулисами театра побывала наша съемочная группа. Здесь рождаются герои спектаклей. Знакомьтесь, Евгений Тауркин, художник-конструктор. Именно его руки творят чудеса, причем из подручных материалов. Как, например, вот этот домик. Здесь будет у нас открывающаяся дверца. Зрители будут писать письмо какому-нибудь любимому герою или администрации нашего театра и оставлять его здесь, как в почтовом ящике. Оно обязательно дойдет до своего адресата. Это далеко не единственное новшество. Самое главное в любом театре – спектакле. И здесь юного зрителя ждет сказка «Непослушная Эльтипи». Спектакль поставили по одноименному произведению Петра Хузангая. Главные герои – домовой, колдунья и кукла Эльтипи. Особенность сказки – актерская игра без слов. Вместо них – живое исполнение чувашских песен. Есть и еще одна изюминка. В этом спектакле все собирается, все куклы, все декорации составляются из подручных средств. Вот как вот эта банка, допустим. И благодаря из простых клубков подсвечников получается кукла, которая также можно работать, она также идет живая. Каково это быть кукловодом? Любой желающий может заглянуть за кулисы и получить ответы на все вопросы. Каждую субботу театр будет проводить экскурсии. Это тоже новинка сезона. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.